Это я сижу, работаю, делаю рассказ своей клиентке после работы в кафешке. Вот так это все выглядит. На новых картах. Посмотрите на это. Вот это да, да, это серый мне такой таро тьмы света. Таро тьмы света переводится. Офигеть, какие они приятные, они такие классные. Они типа до скидки, помните, стоили типа 17 тысяч. Ну, в этом что-то есть, потому что такая приятная вот эта вот картонка. Вау, и они такие приятные к руке. И посмотрите, какие красивые здесь карты. Это какая-то артурианская эпоха. Я не знаю, все такое туманное, темное. И я причем сказала, а смотрите, тут еще такое таро у меня лежит, таро котиков. Но почему-то клиентке захотелось мне сделать вот такое таро котиков. Посмотрите, какая у них рубашка. Вау, да? Дайте покажу. Вот какая рубашка, смотрите. Вау, да? Вот тогда, блин, так красиво, офигеть. Вообще, это уже моя 28-я колода, вот эта. И именно на ней я сейчас буду делать расклад своей клиентке.